Таблетки мои. Клянусь, Джимми Гибсон, мы за тобой вернемся. Где-то здесь ходит охотник. Здорово всем. Они все-таки решили начать матч. Ход мест, четвертый раунд. Команда Seduction против команды G2. Спек Худ. Сейчас я включу там радио, сделаю объяву. Так, атака здесь на... Нормальная атака сняло там 3 хп Сэвиджу. Сейчас объявку еще осталось постануть. Пять сек, парсек. Дратуй. Сейчас они тут дойдут, я покажу, чтобы они расширили слоты. Да, всем в чате там привет. Танк уже появляется. Сик. Заблёв двоих. Танк закатывает машины одного. Это закадованный Эверластинга. Будет его минусить. Половина хп еще остается. Хп у Эверластинга нету. На один удар машины. Все, он умер. Так, еще бы теперь переключиться на танка. Чтобы показать футаж от первого лица. Опасно полетела машина, никого не задевает. Еще одна. Прямо над головой в миллиметре над Элисом полетела машина. Дает панч, тут сзади роспись двоих сейчас будет. А, он еще машиной попал. На 2 инкапа, один Элис остается. Опять в миллиметре от него останавливается машина. Скидит ханта. Посмотрим от Элиса. Тут такой напряженный геймплей сейчас будет. Достает до него танк. Спускается Savage вниз. Дает приклад Джеки, разбирается с ним. Нет, не получилось левели Крома. На половине карты ложится команда Seduction. Нужна помощь.
Блин, где там Бойко? Почему он не дает мне кастик? Заходи. Когда я первый раз запускал стрим, было 10 человек, сейчас вообще трое человек. Ты сделал объяву в этой группе? А, нет, не успел пока. Молча говорит, G2 приходи за людей. Да, кстати, за G2 играет Фред Перри, Малдер, Сик, Леон, а за Seduction, Everlasting, Манзано, Дэна и Savage. На упопычах это Фред Перри, если... Кто-то не понял. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Осторожно. Осторожно. Перезаряжаю. Вот таблетка. А, ну ничего страшного, перезаходи. Я тоже так думаю. Перезаряжаю. Не столько никто с IQ 200 не отожмет у тебя слот. Жаке присел. Костяк, это иди, дай закрыть слизь, ты чего? Это только для выпускников Rockstar слоты на сегодняшнюю игру. Сейчас будет танк Манзано. Я перезаряжаюсь. Перезаряжаю. Я уже начинаю рьяно переключать. Переключаться между персонажами, чтобы сразу на танка попасть. Ну, давай, давай. Перезаряжаю. Перезаряжаю. А вот он. Все, не получилось танка отрезать их машинами. Разделить никого не попал. Сейчас будем пытаться руками зажать. Решил успевать выбить таблетки. Чё, а саппорт не хочет пойти? Тут танка-то уже убили, в принципе. Хороший трикап, но танк-то сдох. Элиса же справа до далеко убегут. А, это Коуч был. Можем перейти здесь. Так. Перезаряжаю. Заблев, подкуп не получился. Чарджер. Чарджер что-то тоже запалился с прыжком. Один только хунтик сел. Осторожно! Я не знаю, они все так же будут один матч играть или два. Можно будет потом спросить. Перезаряжаю. Перезаряжаю. А, здесь нету. Я тоже надеюсь. Перезаряжаю. Да и не 40 минут понадобилось, чтобы ком запустить. Так, объявка есть? Здорово. Я удивлен, что у ребят не ТП. Перезаряжаю. Это интересно, админы высказали свое слово или... Малдер проявил милосердие. А из админов, по-моему, нет никого онлайн. Справлюсь спокойно с ведьмой. Сейчас же, по-моему, хотел ачивку пробить 8 стульев. Хорошо, попытка рычарджер. Нет, я не пошел спать, в принципе, все нормально. Но я все равно уже расслабился. Ой, блин. Не, они тут как тут. Готовы. Дай мне, пожалуйста.
Дошли, донесли бонус. И что-то разрыв прям такой ощутимый. Они на танке умерли, да? Да. На... Вот он там в середине был, он их вниз согнал, там их закатал машины. На самом деле поинт огромный просто на этой компании, так что... Если что, будет пассив... Это пассифайс, если кто не в курсе, будет пассинг, потом сразу жертва. Ну, точнее так, две карты из пейсинга и три карты из жертвы. Кстати, очень неплохая компания. Сначала, ну вот, не знаю, первый раз я вообще о ней услышал на Блидауте. И как бы я до этого вообще о таком миксе не слышал, как Pacifice, а американцы вроде как его играют. У них даже вот эти плагины стоят, что типа карты сами меняются после второго пейсинга на жертву, там сохранение счета и так далее. И, в принципе, довольно так бодренько компания играется, прям мне понравилось. На русских серверах проблема возникла с этим во время Блидаута. Что, пришлось плагины заставить? Выйдем на улицу. Перезаряжаю! А на русских, по-моему, там вручную приходилось. Карты. Ну, сначала вручную, но потом они под конец уже раунда поставили этот плагин. Да. Ну, во всяком случае, игры не ставил, я не знаю, на Солярисе, наверное, так и не поставили. Перезаряжаю! Бля, толстяка, били моба. Появился танк. Музыкальный автомат. Блин, грустно, без костюки. Какие-то непонятные люди, что-то пишут в чат. А зимникса вообще собирается проходить сюда? Тут только кастер у тебя. Они должны с этим зи... как он там? ZBX? Но его нет. Танк заходит, GK присел, охотник прикурил. Расправились с тем и с другим. Ну сейчас танк будет умирать. Что-то в три удара слился, по-моему. Что-то около того. Очень ударно расправились с танком, в принципе, как и с предыдущим. Ну, хотя бы саппорт вовремя подоспел, а не когда танк уже умер. Перезаряжаю! Взяли Элиса. Мобы мешают. Сейчас еще один упадет. Нет. Помню, где здесь пингвины все дружно так попадали, когда пытались перепрыгнуть. А, да, было дело. Под реку. Перезаряжаю. Я помню, еще был интересный матч ХЦП против Сиреницы, там тоже падения были. Не, такого уже не помню. Тоже на этой карте? Да. Не, возможно, не стримил. Не, стримил, да. Значит, откуда я помню? Ну, в принципе, да. Не, просто я имею в виду, я, конечно, мог смотреть американский стрим, но помню, что я комментировал. Ну не важно, сейчас ребята дропнутся, тут конечно можно сделать минус, но если не важно, что там что-то. А уже никого нет. А не, есть смокер. Ну смокер тут есть, но видишь, что... Они пошли его сливать. Запушат все, они его убили просто. Бонус очень-очень-очень большой. Осторожно! В принципе, тут поинтов много за каждую карту, поэтому если его удастся седакшн убить, инжиту, хотя бы один раз,
Джаджу, но, естественно, не удалось погубить. Некий сейлор стримит, матрос какой-то. Перезаряжаю! Лестница! Надо перезарядиться! Открыто! Вперед! Я не помню, здесь два раза запускается ивент. По 150 мобов. Но он запускается, и он останавливается. Чаржу сзади. Затесался среди мобов. Осторожно! Перезаряжаю! Надо перезарядиться! Не лезь в говно, не ненавижу тебя! Не лезь в говно. Музыка у меня включена. Перезаряжаю. Надо перезарядиться. Надо перезарядиться. Забрал двоих. Нормально. Правда, толку никакого. Ну, тут ничего не сделаешь. Они стоят на мосту, вполне комфортно себя чувствуют, убивают мобов там. Надо перезарядиться. Нормально тут не сатачишь. Сейчас я так пытался кого-то выкинуть, вот кто, не знаю, стоит на этих, на перилах, но я думаю, вряд ли не будут ставить, если услышит резк смокера, так что... Ну, тут ничего не сделаешь. Вот дальше есть вот такой вот... тоннельчик, что ли, и там, в принципе, можно попробовать там выкурить, пробить на домах, еще какой-то урон нанести выжившим. Тут довольно темно, узко, и можно какие-то комбо там делать, решать чего-то. Что же со спитоем, походу? Попытка выкурить. Они на лестнице хотят. И чартер промахивается, в общем. Атака убивается, и бонус вообще не потеряли они. Я думаю, они уже на лестнице будут. На них и выпустили на пятачок из туннеля. Они думали через подкурсию там реализовать, подкурить, пробить, плюнуть там под это дело. Но ничего у них не получилось. 3,5к за 2 карты. Ну, это очень много. Ранний танк, если они получают на нем дамаг, то все будет очень печально. Вот ужастиков с меня хватит. Перезаряжаю. Не торопится команда старшин с атакой. Круши прям десантируется, а кичал же какой. Немного дамага по Дэнни проходит. Время убивать танка. Слишком далеко, конечно, не рассчитал бумер. Не заболевать уже было. Танком становится мало. Небольшой дамаг на соточку. Ну, в общем, не почувствовал он его. Это у меня пролагнуло. У меня тоже слегка. Будет ли еще игра? Вроде как нет. Одна игра будет. Ни других игр не планируется сегодня. Завтра будет финал Solaris Cup в 9 часов вечера. G2 против Popstars, если кто не помнит. Ты не в курсе, какие они карты выбрали?
Нет, там нету в теме пика. Это будет сюрпризом, но я вангую на карнавал, ливень, какую-нибудь. Либо перриш, либо рандомное говно. Вот. А считаешь ли ты, что разгром на кастомке ничего не значит? Ну что, это вообще не показатель ничего на свете. Я всегда говорил, что кастомки я вообще не читаю, там либо серьезные карты. Что ты с большим счетом проиграл на кастомке, не факт, что ты там на карнавале так же проиграешь. Разумеется, кастомки это карты, которые... не обязательно играть, и многие их не играют. То есть команды, которых наоборот задрачивают, а есть те, которые их вообще не играют, вот видят карту на капе и сразу идут КВ-нами играть. Вот раз в год эту карту играют. То есть, как бы тут, ну... Да и само по себе, то есть я всегда говорил, что кастомки это говно, так что... В один капка сделался танк. А Неймс из-за чего сняли с Туннига? Ну, дело в том, что сложно было время находить играть, как бы мы играли только КВ последнее долгое время. Вот, я думаю, не знаю, может, если у ребят опять стабильный онлайн будет, то еще сыграем что-нибудь. А когда пол команды инактивные? Подкур в ней инкап. Инкап оформил Малдок. А что там со звуком опять? Хорошо. А там же кем может успеть сейчас взять кошель? Нет, не нащупывает респа. Я забрал двоих. ЖК пошел. Да, вот он пошел за Рошель, и ловит ее в прыжке прям. Да, сейчас же там еще подхватывает. И тут Хантер нормально напрыгивает, и бонус уже на 3 сотки меньше. Секунд два приклада дали, и потом еще раз пять ударили. Как он вдруг не взорвался от этого. Чарджер со спиту уже готовый оттачить, пробивает чарджер. Подселись в жакей, что будет еще подхватывать. Царапает. Дамаг-то проходит, и такие атаки ловят, но, собственно... Еще 2 сотки потеряли. Да, да. Надо находить сундук с бесконечными таблетками, что. Ведьма. Он уже отрадно ведьме. Ломает окно. Дает тычку Рошель, делает инкап. Охотник принимает слизи. Еще и курильщик принимает вплотную под курил. Дали приклад бумеру, а вот чарджеру приклад не дать. Опять же, вот к вопросу, да, на таких нестандартных картах подготовка тоже очень важна. Вот я видел, например, что команда G2, они эту карту готовили, там несколько дней играли там по КВ и так далее. Такую вот эту или Детур? Команда... Да, пассифайс. Mm. А вот видно, что команда Seduction, они, ну, просто бегут по карте. То есть они, у них нет этого чувства здесь на карте, где там терпануть атаку, где поразводить. Чувство ритма. Еще что-то, где
где наоборот зарашить. Именно вот на каждой карте, разумеется, как бы, ну, тайминг — это очень важная составляющая любой компетитив игры, вот, тем более лефта, где, ну, как бы, бежишь от точки до точки, как бы, сливая атаки. На каждой карте тайминг свой, если команда его не чувствует, то вот такие вот атаки, как бы, проходят. Обидные, глупые, и команда теряет бонус на ровном месте, ну, вот. Собственно, у G2 все тут идет по плану, видно там, что тайминг карты хороший, ребята готовились. Не собираются ждать волну, решают просто идти пробиваться сквозь ту орду, которая сейчас нахлынет спереди. А, ребята, вот там получаете. Там еще 150 впереди, парни, не торопитесь. И отрыв сулит быть косаря так 2.5, наверное. Может поменьше чуть-чуть. Пятая карта, ну, не особо камбэчная, то есть совсем не камбэчная. Ну как пятая карта? Пятая карта здесь — это третья карта сакрифайса. Да, с тремя танками. Эта хрень мне пригодится. Ой, пробил двоих. Слизши. Инкап. А, черт, у нас нет на это времени. Вставай, вставай. Я попытаюсь справиться с этим. Пристанули охотника. Хромает Ник, прикрывает его. Тут еще атаку успеет небольшую провести. Пытается открыть гольщик. Жикея убили. Ты плеваешься отделять коуча? Коуч, коуч, куда ты? Куда ты? Не беспокойся за меня. Давай, 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 заходи. Я горжусь вами, друзья. Да, тут тоже. По идее, вручную. Походу, только на Америке эти волшебные плагины стоят. У этого сапожника была жена. Сходство... Ну, кто будет выставлять счет? Ну, я думаю, ребята... А, или они просто сложат, наверное, потом. Можно сложить, можно выставить. Сколько там будет счет, ты не запомнил? Ну, хотя, конечно, лучше поставлять, чтобы видеть, как бы, от чего и к чему играть, но тут, как бы, счет-то такой довольно-таки уже разгромный. Нет, ты не запомнил, сколько счет? А, не, не запомнил, там 2 с чем-то, по-моему, отрыв был. Я думаю, все-таки игроки запомнили свой счет. Чем-то, по-моему, отрыв был. Я думаю, что такие игроки запомнили свой счет. Луиса забыли. Все, пошел. Пошли, поехали. Заброх, подков. Охотник промахивается. Помочь Луису с мобами.
на фэре прошел небольшой дамаг от ханта. Что, по-моему, бьет с огнем и гайд. Танкер напрыгивает с пита, но... Опять дамаг не проходит. Казалось бы, при хорошем заблёве. А, ну вот они поинты, кстати, выставили. Ну да, ты только заметил? Да. Что-то я насчитал, минимум 17 зрителей, а Twitch показывает, что их 11. Странно, как бы. Жаки, помоги. Чарджер успели заспамить, ханта... Приклад ему дали. Я хотел сказать, что ханту дали приклад, но это и смот. Не, ну у него анимация была, когда ему дали приклад. Возможно, возможно, он получил стан от взрыва бумера. Да, кстати. Танк Savage получает Фрэнсис, сразу же камень. Камень, хорошая закрутка. Двоих пробил Чарджер. Роспись троих. Все, это вайп. Это вайп. Это вайп. Это все так молниеносно произошло. Потому что команда T2, она, ну скажем так, очень бодро отыграла момент. Все, не стоило так глубоко прям стоять. Да, как бы счет позволяет так отыграть, но сейчас, возможно, этим воспользуется команда Seduction. Мы будем считать, что они отомстили за танка на первой карте перехода. Тут 700 поинтов получается за карту, и можно доносить. Ну, все равно, кстати, даже если они донесут там... Не знаю, косарь из 1400. То все равно у них будет отрыв такой, что прям отыгрывать надо. Но это их единственный шанс как-то вот приблизиться. Здесь дабл хэп, да, и Чарджер состреливает под куры. Больше дамага проходит первая атака. Не в тот чат написал господин Вол, но я не буду ему помогать. Ты уверен, что мы идем правильно? Обычно река впадает в море. Ты кастерку дали, нет? Не. А там бойка АФК, я вижу, что-то тоже типа АФК. Угу. Смысла нет. Как Чарджер тогда вылетел, прям закрутил. Такая роспись троих поочередно. Угу. Нету половины хп у Savage. Бомба-лейло. Ведьма. Сейчас сагрилась на Фрэнсиса. Аня набила. И хороший ремоут от Эверластинга. Готовьтесь к бою с танком. Я ведь девушка, да? Вы
Сейчас нужно максимально собранным отыграть этот момент. Танк попытается, наверное, перелезть и будет сразу выходить. Где-то заходит сразу. Удар по коробкам и удар по Севаджу. Еще удар по катерам. Коробкам, по катеру там. Что он за машиной-то не пошел? Не понял. Ой, танк умер. Лол. Очень быстро. Даже до саппорта. А примерно так же умер танк на первой карте. Седакшн. Там саппорт уже бывает дальше после смерти. Хорошо это сейчас для команды Седакшн на самом деле. Бонус 940 на данный момент. Тут пара опасных атак остается в этих ящиках. Подкор быстро выбывает языком, два жакею и еще один. Хорошо сливают. Да, так отлично сливается. Сейчас вот им бы до трех косарей довести свой счет за Суров. И можно было бы уже что-то пытаться сделать там на следующих двух картах. По большей части, конечно, на следующей, потому что третья вот карта, опять же, она не особо комбэчная в этой компании. Замахивается, спитал никуда, подфур быстро отстреливает, очередная хорошая атака, ну в смысле слив хорошей атаки, хороший слив атаки. Ну что, одна атака остается, впереди нет ни ведьмы, ничего. Может, успеет Last Hit сделать там на... У них ни спитера нет, ни чарджера. Такой себе расклад на это место. Возможно, действительно буду ждать спиту там для последнего хита двигаются дверей там всегда. Ну и выжишь и не спешат. Хотя нет, нет, сатачат все-таки. Приклад Джакею дает Манзана, справляется. Все-таки подхватывает его Хантер, но быстро его отстреливает. А сзади там была дуэль Кугельщика, Джакея и Дэна. Он расправился с ними. Сзади, Рамила! Как ты мне нехорошо, господи! Уже проехали пол страны, куда ни глянь, везде полная жопа. Думаешь, все еще даже наладится? Если и наладится, нас вряд ли примут назад. По-моему, этот остров наш последний шанс. Не лгали они, так тысячи все равно. Здесь есть оружие. О, мне кастерку дают. Я только хотел посмотреть, сколько там процентов танк. Ура! Даже не знаю, кого благодарить за это. На визора, по всей видимости. Спасибо на кастерку. Так, что тут было на первой атаке? Чарджер вылетает, мажет. И Гнилостанг там был с поздней. Не на какой-то, конечно, команде Седакшн. Они, по всей видимости, уже
напрягает здесь. Ведьма впереди. О, куда они залезут-то? Ну, смотри, видишь, я говорю, чувствуется подготовка. Чувствуется. Я не знал, что там уже залезть. Хотя там так очевидно, как бочки стоят. Так я тоже не знал. Слив, вичи, таблетки есть. Ну, можно есть, выпить, когда команда тренируется, это сразу видно. Когда не тренируется, то результаты тоже соответствующие. Джету сейчас в очень хорошей форме, и прям интересно будет смотреть на завтрашнюю игру против Popstar. Че же взял их Хантер, взял их ЖК для приклад? Хороший дамаг. Сейчас надо что-то делать на танке Seduction. Если они этого не сделают, то... Ну, танк опасный достаточно. Тут будет и... будут и машинки. Такой классический, наверное, они будут отходить на воду. Ну, он опасный, но он уже поздний, и он уже, в принципе, ничего не решает команде Savage здесь. Ой, ну, команде Seduction, то есть. Как не решает? Если я смогу вайп, можно смотреть, то есть бонус за карту, ну, тоже большой. И... как бы соперника в вайпере доносишь бонус, а 300-800 поинтов всего. Сейчас буду ТВНД отсиживать. Ну, кстати, такую неплохую позицию заняли здесь, в принципе, ниоткуда даже оттащить толком. Но команда Seduction не отчаивается, в принципе. Сейчас вышли из этой атаки максимум. Вот здесь лоток такой. Насыпали вот здесь рубам. Открытое такое место здесь, никак не залезть сюда. Загаженным. Перезаряжаю. Лезьте наверх! Не получилось выбить. Называют танка, сейчас отойдут назад. Нет, отходит вперед, наоборот, а танк тут близко. Не, саппорта нет, можно его пушить. Главное не прыгать здесь, а то еще вылетишь в реку. Охотник приземляется на Фреда Перри. Жакей сейчас будет прикрывать охотника. Справляется с ним Бир, дает ему два приклада впереди курильщик, подкуривает его. Роспись двоих на заднем плане. Танка убили уже вдвоем. Как твое состояние? Я справлюсь. Поднимайся. Перезаряжаю. Решили не поднимать Фрэнсиса. Я перезаряжаю. Спасибо, вы должны. Перезаряжаю. Бери, не стесняйся. Перезаряжаю. Накинули им таблеток. 227 набегает Savage. Сблев. Спита ждет своего шанса проявить себя. Из-под кул застрелили чарджером мимо. Мозг зажимает в слези. А, повис парень. Как он здесь повис? Неясно. Перезаряжаю! Перезаряжаю!
Что остается последняя атака, заблев одного. Билл опасно остается сзади же, Кевин у него приземляется. Луис вовремя подоспел на подмогу. Соточку выкосновил на последней атакой. Ну, они сейчас быстро скоагировали, там все могло бы что-то сгорать за хуже. Мы уже не станем такими, как прежде. Этот остров – наш последний шанс. Вылетает на трике команда Seduction. Здесь есть оружие! Так, ну, в принципе, бонус 1500, можно проходить карту лучше пытаться. Эй, приятель, это вообще не смешно! Вышел из убеги. Кто вышел из убеги? Все вышли из убеги. Буду пытаться минус разыграть. Старый добрый минус. Есть, завалил троих, очень хорошо, сейчас будет подкор Дэна, да, есть подкор, подкор игроки. Мужики изга взял. Не устреливают, конечно, да. Слушай, а когда язык отстрелили бы, тогда нужно было брать, они станет сразу вот так вот. Ой. Пробил двоих, зато. Двоих пробивает, да, дамаг нанесли, неплохо. Опять пролаг. Кто тут дудосит? На 6 пунктов садится охотник, забрав троих. Подкур, Жакей ведет. Уводит за угол, не успевает. Очень много бумеров ловит. Команда Seduction. Пытаются обойти ведьму. Сейчас уже с охотником не поделили Дэну. Десинг, что он имеет в виду? Так, может охотник на 25 погадывать? Сик. Летит же, сядет. Нет, не сел на дамаг. Там в пару поинтов дамага слили атаку. У ХТП до сих пор один поинт. Три таблетки. Можно сейчас отсидеть волну, потом вернуться за ними. Надо такое добро оставлять. Я перезаряжаю. Знаешь, как управлять этой штукой, Фрэнсис? Черт,
что летел охотник, садится. Тоже кейпик летел, там било. Не рассчитал силы. Тоже место для отсидки выбирают. Не получается заблевать через стену. Слишком высокая стена. Что американские стримеры так любят обсуждать еще в чате, в спектакторском игру. Комментировать ее еще туда. Они, наверное, хотят просто, ну, мнение своих российских коллег услышать. Крикнуть ему там, сука, блядь. Три пачки таблеток. О, кстати. Можно было бы на танку убежать назад на контроль. Потом, если получить дамаг, выпить таблетки. Ну ладно. В любом случае, бонус, кстати, смотри, у них большой. Они если сейчас примут танка, ну, относительно без потерь, они могут практически сравнять счет. Сейчас по одному буду заходить на мост, перекрывая респы. Грамотно все. Вот появляется танк. И они реально возвращаются назад, а нахрена тогда вы выпили тилсы, ребят? Есть подход. Чё, чё, мимо? Нет, не промахивайся, ты просто успели... Вы же знали, на инкап кто-то улетит. Прыгать-то не надо. Сейчас крышечек спас от инкапа, Зоя. Малдер на другое, выбери траекторию. Не надо подходить очень близко к танку, но у танка такой, с ней осталось ТП, там у него косарит, сейчас будет прятаться за горкой, скитят камень. Вот мне кажется, что нужно еще у этой горки слоудаун убрать, потому что это какой-то бред просто. Ну да. Плюс горка такая. Это был чарж очень классный, скиджаке. Потому что если бы не этот слоудаун, они бы вообще не получили бы сейчас дамага от танка. Правильно? Правильно. То есть, знаешь, танк такой быстрый, нормально себя вальяжно чувствует, а сурвы такие взбираются, взбираются. Как будто на шахтах. Все спустились с этой горки. Мерзкой. Я изоблёк одного, под кур камень падения попадает. Без дамага, по-моему. Да, без. Еще под кур. Ну спасти, спасти Зою. Хорошо. Не знаю, Физзе вроде все нормально с микрофоном. А что это такое? Ну что-то у тебя один раз там слышно было, я не знаю, ну вот звук, как будто смс-ка приходит, когда и такое, это помехи такие. А-а-а. Пару раз было такое. Может телефон, потому что рядом нужно. Сейчас уберу. Ну спасти от GK, там же машина есть. Или нет, она не катается. Не, она катается. Сейчас чудом спасся, от НК побил. Второй раз тоже чудом спасся. Манзану сейчас хромат начнет. А, нет, не начнет, ему дают таблетки. Спита, мимо. Чарж застрел, чарджера просто успевают от инстаклирить. Чуть ли в последний момент. Ну не знаю, могли лучше принять танка, могли лучше. Вот эта горка виновата, надо реально ее фиксить. Следующей версии с мода. Ну да, потому что воду-то пофиксили, потому что это реально бред какой-то. Знаешь, там такая лужица небольшая, а слоудаун такой у суров там, ну, первоначальный, как будто они, знаешь, вот по поясу в воде просто идут, по грудь. Просто редко играют жертву, забыли про эту горку совсем. Ну да, вот
А в этот-то момент он может, кстати, между прочим, сейчас быть решающим в игре. То есть они потеряли как бы много хп на этом. Сейчас же не добыгнулся. Опять левел. Хорошо, хорошо срезает грому. На охотник можно взять Зойку сейчас, в принципе. Зойка скитит его. Неплохо, неплохо. Ну еще пару сотен отыгрывают, но все равно им сколько там поинтов 600 еще отыгрывать. Это много, конечно. Это много для третьей карты. Жертвы. Надо было чуть. Ну и сотни уже отыгрывают они две из-за последней атаки. Косарь, косарь ровный. Нет, ну это ГГ. Это ГГ. Потому что три танка. Ну то есть им нужно их вайпнуть на первом, пройти карту и донести еще бонуса где-нибудь там 400. Нет, ну это нереально практически. Я не помню, сколько тут дистанция. Сейчас глянем. Я, по-моему, сервак упал. Да хз, загрузка вроде. Да, сервер упал. Да, сервак лежит. В целом звук говно стал. Да он не стал говно, просто он, я не знаю, какой-то другой стал, когда я на другую прогу пересел. Я не могу сказать, в каком плане он стал другой, но кто-то другой стал. Что за фон? Ну, OBS этот, студио. А до этого что было? Стрит? Нет, просто OBS. А. Коннекция. Знаете, сперва эта идея с островом была мне не по душе. Но сейчас у меня предчувствие, что все будет хорошо. Так, ладно, насчет костерки уже не буду заморачиваться на последний карте. Ну-ну. Дистанция тут 700. Ну да, если они убьют на первом танке, то да, где-то там пятихатку бонус еще нужно доносить. С учетом того, что трех танков убить. Сколько сапов было? Не помнишь?
Чего было? Сколько слотов было? Не 14 ли? Не, я не помню. Что, наш американский коллега на какой-то другой сервер загрузился один. Одиночество. Ну один поинт посел, охотник. Всех остальных заскитали. Ну немного последний сик пробежался. Или он чуть-чуть. Бегу сразу на склад. Внимание! Перезаряжаю! Заблев. Харча садится охотник. В миллиметре от харчи. Все, запускаю ген. Генус. Зильниц идет. Он, по-моему, с тремя кастерами был. Кого кастером был? По-моему, с тремя кастерами он был. А, ну да. Заходит танк. Первая тычка, вторая, третья, четвертая. Делает один инкап, остается еще 1000 хп, два заблева. Попадает камнем. И умирает. И довольно бодро просто убили танка. Сейчас сразу запустит второй генератор. Не получается скрыть вот на... в открытом поле. Скитинг вот этим. Ребята, шуткуют. Второй танк. Ой, моб поджал гонщица. Как гонщица полетел. Летает. Мячик. Неплохо. Гонщица, но тут Леон сразу подбегает, чтобы его поднять. И поднимает. Инкап. Машина прям на голову приземлилась. Хорошо, двоих похоронили, считай, шарджер за открытого. А что с сиком случилось? А он умер. Ну как? Вот, ну, сначала танк инкапнул, первый танк, но... потом второй танк его выбил на инкап, его подняли, на него еще машина упала. А, понятно. Как-то только его подняли. Ну и да, 700 поинтов им надо. Мне вообще один из зрителей сказал, что игра начинается. Давайте поищем лодку, которая поплывет за Рима. Так это дикий спауном пошел в 3 пулемета. Ну все, кстати, УЗИшки. Без права на ошибку. Вот, что сейчас у команды Seduction. Теоретически, как бы, можно. Практически, слабо вероятно. Ну,
за каждый геник лучше до конца отстреливать мобов. Не спешит с запуском. Не на складе собираются давать танка? Ну, как минимум волну не собираются, если живут на складе. Роспись двоих. Да, это очень роспись двоих опасная, и жокеи до сих пор не могут отстрелить, Сэвэш теряет просто больше половины хп на пустом месте, вообще ни на чем. Появляется танк, на нем становится Малдар. Так, чтобы никто за ЧБ? Нет, мне показалось. Освещение такое просто. Заблюв одного. Есть еще охотник и чарджер. Буду ждать третьего. Первый контроль еще есть. Половина танк заходит, дает тычку. Дотягивается рукой до Дэна, зажимает Дэн очень быстро. У него еще 3,5 хп, а мне 3 уже. В мобах воспривают, чарджер подхватывает Севенджа и все. Все, друзья. Охотник, урыльщик, сейчас танк догонит Луиса. В любом случае, даже это если они не переживут его, они не отыкаются уже. Нет, отстреливают все-таки Манзана, но да, тут КГ уже. Танку надо было просто раздать, что он и сделал. Саппорт тоже хорошо сыграл. Еще один кап Жакей на подходе. Садится, ловит в прыжке. И все. Все, это вайп. С отрывом в 1000 очков побеждает команда G2. С вами были Смит и Фит. До новых встреч. Да, ждем вас завтра в 9 часов по МСК на Солярисе. Да, завтра будет экшен. Пока всем.